Майки, что ты делаешь? Заполняю бак чистым топливом канализации. Я и Раб хотим посмотреть этот вездеход в деле. Это замечательно, но есть одна проблема. Это не бак для чистого топлива канализации. Это кабина пилота. Так вот, почему Рафа не слышно. Брат, ты окей? Я в порядке. И даже знаю, на ком буду испытывать вездеход. Не спеши, Майки, сбавь темп.